Жара в Украине. Нынешний август побил все температурные рекорды вслед за изнывающей Европой, где столбик термометра прыгнул выше 40 градусов. В настоящее пекло превратился юг нашей страны и Одесса в частности. В Украине установлен новый температурный рекорд. Самый знойный август за 137 лет. В ближайшие выходные нас ожидает температура более 40 градусов. И это только в тени. На солнце она будет ощущаться уже как 52 градуса по Цельсию. И что печалит, адская погода продлится минимум до 15 августа. И только тогда жара начнет потихоньку отступать. А пока одесситы изнывают под жарким солнцем, стоит вспомнить некоторые рекомендации врачей: пить побольше воды, чтобы восстановить водный баланс в организме, носить легкую светлую одежду и старайтесь находиться в тени. Алкоголь желательно не употреблять, а вот разбавленное белое сухое вино приветствуется.